Все мое почтение, друзья, и сегодня, 28 мая 2022 года, самого тяжелого года для украинского народа и Украины, состоялся разговор на троих. Путин выторговывал у Шольца и Макрона снятие санкций. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский диктатор обосновал необходимость снять ограничения проблемами в области глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, состоялся углубленный обмен мнениями касательно ситуации в Украине. Путин, в частности, соврал о налаживании мирной жизни в разрушенном и захваченном им же самим Мариуполе. Вот такая интересная вещь происходит. Сначала ты создаешь глобальную проблему, а потом эту глобальную проблему меняешь на свои выгоды. Такой вот трюк от Путина. А разменной монетой должна стать Украина и жизнь украинского народа. Так считает Путин, Шольц и Макрон, которые соображают на троих. Наверное, еще бухнут дорогого вина или коньяка и Украину эту пропьют. Но я надеюсь, что нам поможет Всевышний, Господь Бог, вооруженные силы Украины укрепит, и украинский народ укрепит, и мы победим. А путинская вот эта кодла змеиная погибнет, как роса на солнце. Слава Украине! Живе Беларусь! И берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы было больше хороших новостей.